красота, любовь и молодость. Девиз Центра аппаратной косметологии и СПА «Жасмин». С помощью профессионального оборудования высококвалифицированные специалисты выступают скульпторами в работе с телами клиентов. Например, микротоковая терапия – это аппаратная стимуляция мышц. Благодаря такой процедуре можно забыть про спортзал и фитнес. Мы пытаемся разбудить резервы нашего организма, да, где-то его подпитать, а где-то действительно разбудить, чтобы вырабатывался наш коллаген, чтобы все наши органы начинали работать. Фитобаня, несколько видов массажа от ручного до аппаратного, косметологические процедуры для лица и все в одном месте. Вы приходите, мы собираем анамнез, так скажем, у вас, делаем замеры. Вы ложитесь, если вы совсем согласны, ложитесь на кушетку, и наш специалист уже воздействует на ваше тело либо лицо. Мы можем щечки подтянуть, подбородочек подтянуть, замечательно будет выглядеть. Ну, естественно, там все есть и противопоказания, и возрастные ограничения, ну, это все индивидуально разбирается, когда приходит к нам наш клиент. Обязательно, конечно, стремление и желание быть красивой и молодой. Это самое главное, остальное приложится. Для этого мы и существуем. Почти за полгода работы центр «Жасмин» влюбил в себя уже более 100 клиентов. Даже после первой процедуры каждый чувствует легкость и обновление. В первую очередь это расслабление мышц, во вторую очередь это состояние кожи, в общем состояние тела, тонус. Нас все хотят быть красивыми, почему только женщины? Мужчин не надо забывать. На вас уже что-нибудь применялось? Пройти? Вот я и говорю, коробка будет. Все эксперименты на мне проводили. У нас направлено на средний класс, да, потому что я считаю, что в этой массе очень много наших домохозяюшек, женщин, которые работают. Стань лучшей версией себя вместе с Центром аппаратной косметологии и СПА «Жасмин». Улица Геологическая, 23.